Министерство обороны Азербайджана опубликовало новые видеокадры с освобожденных территорий страны. В этот раз общественности представлены кадры из разрушенного села Пуладлы Агдамского района. Когда-то оживленный населенный пункт после многолетней оккупации стал непригодным для проживания. Дома превратились в руины, инфраструктура полностью разрушена. Большая часть Агдамского района Азербайджана была оккупирована вооруженными силами Армении в июле 1993 года. Территорию удалось освободить без единого выстрела в конце прошлого года по итогам подписания трехстороннего заявления по Карабаху лидерами Азербайджана, России и Армении.